Ну что, друзья, привет всем! Ну, как вы видите, мы собираем сегодня зимние грибы. На дворе у нас конец января. И мы с Викулькой решили выбраться сегодня на такую прогулку. И, конечно же, не без грибов, как всегда. Самый главный трофей – это сегодня у нас саркосцефалы, чашечки наши. Ну, также у нас попадаются и фламулинки бархатистоножковые. Все так же они продолжают свой рост, радуют нас. И растут все новые и новые семейства. Мы тоже сегодня решили набрать. Так что спасибо, что гуляете с нами, а мы идем дальше. Вон какие молоденькие растут. Ну, немножко старенькие, а эти вот молоденькие прям самые то идут. Сколько много мы насобирали. Пока нашли. И эфилева чаша, и молоденькие фламулинки. Прям, ой, аппетитные какие будут сейчас. Всех сейчас срежем. Все, процесс пошел. Вон они какие молоденькие. Вот немножко взрослые, но они тоже крепенькие. Тоже крепенькие такие. Ой, падают вон какие. Красота. То есть грибочки пошли. Январь месяц, ну, они уже активизировались после холодов. О, какой! На ножке какой симпатичный. Ой, если там бетовить, надо пойти сходить. Сейчас дойдем их. Класс. Я тоже вижу огонек оранжевый отсюда. Ой, какая красота. Кстати, вот на этом стволе тоже должны быть. Какие молоденькие, под корой прям он там. Ой, растут. Ой, сильно не будем отодвигать. Вон они. Все. Их аккуратненько срежем. Какие молоденькие. Так. Такая вот вид вешенки, такой ровненький. Смотри, какой цвет красивый. Вешенка. Вот, замечательно. Она там под корой. Давай смотреть что-то, смотри. Вон, молоденькая. Ой, да, класс. Сейчас мы берем. И еще вот такая вот красота. Срезай. Тяжки. О, какие они свежайшие. О, какой интересный. Сколько я нашла аурикулярии извилистой. Класс. Красивый грибочек. Кто-то ест его в салатах по-корейски. Но я не буду рисковать, конечно. Нет, я знаю, что этот гриб съедобный. Но я его не беру. И вот на одном стволе с аурикулярией извилистой можно обнаружить вешенку устричную. Вот аурикулярия. Вот и вешенка. Ну, так как у нас тепло в регионе, она немножко подсохла. Уже надо было чуть раньше за ней ехать. Ну, по всему стволу туда дальше, я смотрю, растет. Большая прям. Идем, снимаем дальше. Ребят, какая красота. Смотрите, какой симбиоз. Извилистая аурикулярия. Какая красивая. Я прям даже не буду ее срывать. Она прям сочная-сочная такая. И на этом же пне мы можем наблюдать рост вешеночки. Смотрите, устричная наша вешенка обыкновенная. Вот такие вот кустики. И вон туда дальше тоже. Это тоже вешенка. Она просто уже немножко подзасохшая, поэтому немножко выцвел цвет у нее такой. Друзья, ну, в общем, гуляли сейчас по лесу, резали фламулину с Викторией и обнаружили такую для нас находку. Ну, конечно, ужасающую немножко для нас. Никогда такое не встречали. Сейчас вам покажу, что это. Ну, я так полагаю, это, наверное, то ли олененок маленький совсем. Ну, я не знаю, сколько килограмм, наверное, 50, под 50, не больше. Ну, скорее всего, недавно он умер. Не знаю, что с ним случилось, морозов не было, навряд ли он, конечно, замерз. Что с ним стало, это неизвестно. Запаха как такового нет от тела, то есть совсем свежий. Олень еще не вздутый.
В общем, страшно, страшно. Друзья, наша прогулочка сегодня завершилась. Прогулялись от души, на улице у нас сегодня тепло, градусов 12. В лесу прям хорошо, грибочки есть. И фламулина была, и вешенка. Вешенка хорошая попалась. Вот смотрите, сколько мы ведерочки нашли, супер. И аурикулярия. Большая даже. И саркосципа попалась нам. Ой, супер вообще. Мы прямо от души сегодня погуляли. Всего понемножку. Всего понемножку. Пол ведра ассорти насобирали. То есть так мы довольны очень. Спасибо, что погуляли с нами. Ну а мы пока прощаемся. До встречи.